День. Сегодня у нас показ такого автомобиля, который мы приобрели только что за 300 евро. Это очень бюджетный класс. Audi A4, 1.6 бензин. Вот такой он в цвете. Салон просто ужас. Просил 500 евро, сторговались на 300 евро. Есть повреждение крыла. Дверь открывается вполне нормально. Пробег 235 тысяч. Да, кулиса подзатерта, руль тоже, сиденье ужас, это еще более ужас, коврики благодарные немцы стырили, скажем честно, тут в принципе по краске все нормально, по краске не пробивали, потому как нету смысла. Ручка. Тут есть вмятина. Ну, цена 300 евро. Вот такой вот. Что у нас здесь в багажнике? Багажник большой. На самом деле, хотя четверка. Запаска. Так, что у нас тут? Домкрат, интересно, забрали. Что эти товарищи, любители. Так. Как я и говорил, домкрат они сперли. Продают типа за недорого, как они говорят. Поэтому все остальное они просто тупо забрали. Больше тут ничего нет. Тут тоже все позабирали. Даже если тут что-то было. Тут тоже ничего нету. Рулета еще работает. Автомобиль пойдет на какие-нибудь эксперименты, потому что 300 евро в принципе сейчас это совсем ничего. Линзы, двигатель работает ровненько, красиво. Сейчас покажу, что у нас по двигателю. Ну вот, что сказать, что немцы, конечно, в плане порядочности, ну, такое себе, если честно. Есть запотевание масла, ремень под замену, тут все, видео работает ровненько, запустился хорошо, когда долго стоит машина, и немец долго не хотел отдавать за 300 евро, просили 200, но он говорит, нет, кричал, возмущался, брызгал немецким пивом, но в итоге согласился на 300, климат есть. Не знаю даже, работает, не работает. Так, включили климат. Сейчас мы попробуем. Так. Дует, но... О, ну и чек загорелся. Это нормальная ситуация. Так, включили климат, загорелся чек. Все в порядке, значит. Ну, вот такой вот автомобиль за 300 евро, куплен в Германии, недалеко от города Пассау. Есть еще Гольф 4, хочет 350 евро, 1.4 бензин, но он мне интересен, потому что он трехдверный, он коротыш. Такое. Всем добра.